Нагадаем, 25 кастрычника Виктору Турову исполнился б 81 год. По традиции у кинотеатрах пройдет ретроспективный показ 6 фильмов народного артиста СССР, которые вошли у Золотый фонд сусветного киномастатства. А это про могилки, які рашением ЮНЕСКО вошел у спис 100 лепших фильмов свету. Так само будут показаны «Я родом с дзяцінства», у яким здымался Владимир Высоцкий, «Люди на болоте», «Чорный аист», «Высокая кров» и «Шляхтич Завальня».